Всем здравствуйте. Все готовы кушать? Все готовы, да? Так, у нас сегодня говядина, куриные желудочки и рис. Все, одну тарелочку на всех. Я не знаю, как вы будете делить это все. Вот одну маленькую тарелочку на всех девятерых. Да, одну маленькую. Ну, Вигуся отдельную, конечно. Конечно, Вигуся отдельную. Что, и Буся отдельную? Ну, и Буся отдельную. Буся, ты кушай, кушай, никого не слушай. Так, малышня карандашня, налетайте вот. Большая вам тара. Да, отваливайте от Вигуськи. Гугуськи нашей. Так, и еще одна тарелка. Распределяйтесь. Донночка, Фаследечка. Дона. Донечка. Где она? Звезда наша. Где наша звезда? Как обычно. Выпендривается. Вот Буся молодец. Буся, ты молодец. Вот звездный ребенок пришел. Толстенький такой, пушистенький. Ребятенки пришел. Ляля молодец кушает. Вигуся кушает. Милуся. Соболь молодец. Фея, у всех все одинаковое. Честное слово. Честно, у всех все одинаково. Так что можешь вот идти к самой большой тарелке и кушать, и никого не слушать. Нет, все равно надо проверить, а? Матерянская зя, я и тут, и там покусаю, я везде покусаю, так вкусненько, так вкусненько прямо, да? Мне кажется, если бы она говорила, она бы именно так говорила, да? А вы, товарищ, что, не можете определиться с тарелкой? Зря вы так. Надо кушать, чтобы силы были целоваться, обниматься, играться, с игрушками бегать. От девчонок спасаться. Нужны силы. Соболь, да, ты молодец у меня. И Милуська молодец. Все молодцы. Ну, за Клёпу тогда же и говорить нечего. Умная девочка, хорошая, да. Фейка воспитала, молодец, умничка. Ты скажи, вы что накинулись на мою тарелку? Я тут кушаю так хорошо. Ну, вот Бусик молодец, молодец, Бусёночек. Кушает и никого не слушает. Не ждет, пока эта малышня наестся. Это он раньше ждал. Все уж остынет, он все ждет, дождет. Да, Бусенок? Лимпусенок. Ну вот, такой у нас сегодня обед. А всем хорошего настроения и замечательного денечка.